Сергей Безруков вернулся в Сестрорецк, где ровно год назад он со своей группой «Крестный папа» снимал клип на песню «С какой мы планеты». Тогда его младший ребенок, сын Степан, еще находился в животе у своей мамы, Анны Матисон. В этом году актер приехал туда уже с обновленным составом своей семьи. Артист поделился трогательным видео с семейной прогулки по побережью Финского залива. Те же места и та же песня. «С какой мы планеты» группа «Крестный папа» ровно год назад мы снимали здесь телефоноклип, напомнил поклонникам Сергей. Помните? Споем, PS, только теперь нас на одного человека больше. Сергей, как образцовый папа, помогает своей жене и сам носит 7-месячного сына на груди в специальной переноске. А Маша, дочка пары, гуляет уже самостоятельно, без детской коляски. Между прочим, завтра у нее день рождения. Маше исполнится уже 3 года. Безруков смеется, что его дочка только со стороны выглядит тихим ангелом. На самом деле она – девочка с характером. Напомним, что свою рок-группу «Крестный папа» Сергей создал год назад. Уже через пару месяцев после этого Безруков со своим коллективом собрал «Крокус Сити Холл», на сцене которого, к слову, отметил свое 45-летие. Пока на счету группы всего 2 альбома. Один из них является сборником саундтреков к фильму «Заповедник».